Дамы и господа, коллеги, за 3 года до своей кончины Игорь Семенович Кон опубликовал, по сути дела, автобиографическую книгу «80 лет одиночества». В ней он не только подвел итоги своей жизни и научной деятельности, но воспроизвел историю развития отечественной философии, социологии, педагогики и сексологии через призму личного восприятия событийности происходящего. Было ли название этой книги навеяно ассоциациями с романом колумбийского писателя Габриэля Гарсия Морки «100 лет одиночества» 1967, в котором все герои испытывали отрешенность от жизни и страдали одиночеством? Или название книги Игоря Кона было обусловлено его собственным ощущением выпадания из советской действительности, в рамках которой он родился, получил высшее образование и стал ученым, а также независимости в постсоветское пространство, пронизанное духом меркантилизма. К сожалению, после выхода в свет книги «80 лет одиночества» я как-то не решался спросить Игоря Кона, почему он предпочел именно такое странное на первый взгляд название. И хотя мы были с ним давно знакомы, и в силе близости проживания, а мы жили в одном доме, в одном подъезде, имели возможность обмениваться своими мыслями и не только по профессиональным, но и по житейским вопросам, тем не менее, я так и не успел спросить его, как же он относился к тому состоянию, которое назвал одиночеством. Как оценивал его, насколько оно мешало или, напротив, способствовало жизнедеятельности вообще и интеллектуальному развитию в частности. Полагаю, что название книги, включая в себя историю одиночества, может вызвать у многих людей представление, в соответствии с которым ее автор был несчастным, отрешенным от жизни, замкнутым человеком. И в этом нет ничего удивительного, поскольку в обыденном сознании одиночество ассоциируется, как правило, с чем-то негативным, социально неприемлемым, мучительно переживаемым, подрывающим основы жизнедеятельности. Да и название некоторых разделов книги Игоря Кона типа «Чужой среди своих» способствовало представлению об ее авторе как человеке, испытывающем дискомфорт даже среди тех людей, с которыми приходилось общаться в силу своих профессиональных интересов. Если учесть, что Игорь Кон никогда не был женат, не имел детей и опыта семейной жизни, или, как он сам констатировал в своей книге, ему не было дано построить дом, посадить дерево, воспитать сына, то нет ничего удивительного в том, что он может выглядеть в чьих-то глазах типичным представителем человека, страдающего от одиночества. В то же время подобное представление об Игоре Коне может оказаться парадоксальным на фоне общественного признания его академических и популяризаторской деятельности. Публикация многочисленных книг и статей в самых различных издательствах, не только в России, но и во многих странах мира, длительные командировки в Германию, Францию и США, где он проходил стажировки и получал гранты на осуществление научных исследований, выступления по радио и по телевидению, переписка со многими отечественными и зарубежными учеными, участие в международных и российских конгрессах, симпозиумах, конференциях, чтение лекций в различных вузах, в которых многие студенты с восхищением воспринимали Кона как блестящего лектора и высоко эрудированного человека. Все это как-то не укладывается в представление о нем, как одиноком, отрешенном от людей, замкнувшемся в своем внутреннем мире человеке. Судя по всему, автор книги «80 лет одиночества» осознавал парадоксальность подобного положения. Не случайно в марте 2008 года в частной переписке с ныне проживающим и работающим в США профессором Борисом Докторовым Игорь Кон характеризовал противоречие саморефлексии следующим образом. Цитирую. «Человек говорит об одиночестве и невостребованности, а сам все время находится в центре общественного мнения. И не такого уж враждебно. Что это? Эгоцентризм? Завышенный уровень притязаний? Или что-то более сложное?» Разумеется, можно быть одиноким даже в толпе поклонников и не страдать от одиночества, находясь наедине с самим собой. Можно чувствовать себя одиноким, будучи не стесненным ни территориальными границами, ни временными рамками, и испытывать одиночество в замкнутом пространстве, в одиночной камере, в тюрьме. Так, в чем же отстоит это одиночество, на котором идет речь в авторской книге Игоря Кона «80 лет одиночества»? Сам он называл свое одиночество интеллектуальным. Суть этого интеллектуального одиночества
состояла, по его собственным словам, в следующем. «Хотя тебя все время знают, ты везде остаешься более или менее посторонним». Подобное определение интеллектуального одиночества есть свой резон, обусловленный личностным аспектом междисциплинарности, то есть той спецификой научных исследований, философия, социология, психология, сексология, которая была характерна для Кона. Однако, мне представляется, что этому многогранному ученому и скромному человеку было свойственно особое одиночество. То одиночество, которое способствовало формированию его внутреннего мира. То одиночество, благодаря которому он стал ученым с мировым именем. То одиночество, которое позволяло ему оставаться самим собой, несмотря на все перипетии развития отечественной научной и политической мысли. Наконец, то одиночество, в рамках которого он не только не утратил связь с другими людьми, но и проявлял живой интерес к изменениям, происходящим в России за последние 2 десятилетия. Полагаю, что Игорь Кон действительно нуждался в подобном одиночестве. И он выстроил свою жизнь таким образом, что, пребывая в одиночестве, не был ни одиноким человеком в привычном смысле этого слова, ни замкнутым исключительно в своей личностном пространстве, ни отчужденным от окружающего мира, от других людей и от самого себя. Вопреки обыденным представлениям, согласно которым человек – это социальное, общественное существо, нуждающееся в постоянном контакте с себе подобными, одиночество не в меньшей, быть может, в большей степени способствует рождению личности и формированию его уникального «я». В этом смысле одиночество является необходимой, существенно важной и плодотворной частью жизни человека, которая, говоря словами Николая Бердяева, имеет священное право на подобное состояние. Думается, что Игорю Кону было свойственно то особое одиночество, которое я назвал бы не одиноким одиночеством, и которое позволяло ему не столько стратить неординарной личности, но и высказать нетривиальные мысли, нашедшие свое отражение, получившим широкое признание и высокую оценку в публикациях, начиная «Социология личности» 1967 год, «Открытие я» 1978, «В поисках себя, личности и самосознания» 1984, и кончая такими книгами, как «Мужское тело в истории культуры» 2003 год, «Мужчина в изменяющемся мире» 2008, «Мальчик, отец мужчины» 2010 год. Моя первая встреча с Игорем Коном проходила на фоне столпотворения, имевшего место в самой большой аудитории исторического факультета Ленинградского государственного университета. Это было в 1966 году, когда я, студент первого курса философского факультета, посещал не входящий в обязательную программу обучения курс по социологии личности, который читал для всего университета 46-летний профессор Кон. Самая большая аудитория оказалась столь переполненной, что некоторым студентам приходилось стоять в проходе. И через какое-то время лекции профессора Кона были перенесены в актовый зал основного здания университета, который также оказался переполнен. Уже в то время одиночество Игоря Кона сопровождалось постоянным контактом со студентами, среди которых будущие физики, математики составляли основной контингент тех, кто посещал его курс лекций. Он, будучи гуманитарием по образованию, защитив 2 кандидатские диссертации по истории и по философии и в 22-летнем возрасте, став профессором философских наук в 32 года, легко находил взаимопонимание с молодыми представителями точных наук. Не случайно он приходил в актовый зал университета в окружении студентов, которые продолжали общаться с ним и после завершения очередной лекции. На 3-м году обучения я слушал обязательный курс лекций Кона, который он читал на философском факультете. Не помню точно, произвели ли на меня какое-либо впечатление по сравнению с ранее прослушанным курсом лекций по социологии личности. Зато помню отчетливо, что именно в рамках общеуниверситетского курса лекций по социологии личности я впервые услышал имя Зигмунда Фрейда и впервые узнал кое-что о психоанализе. Именно в тех лекциях Игорь Кон ссылался на основателя психоанализа. Для меня, ослужившего 3 года в армии и приобщавшегося к ранее незнакомым мне идеям, все было в новинку. И я настолько заинтересовался психоанализом, что, будучи студентом,
перечитал все имевшиеся в университетской библиотеке работы Фрейда, которые были переведены на русский язык и изданы в нашей стране в 20-е годы 20-го столетия. Так, не ведая того, Игорь Кон дал первоначальный толчок к пробуждению моего интереса к психоанализу. К сожалению, в университетской библиотеке было слишком мало не только работ Фрейда, но и зарубежной психоаналитической литературы. Поэтому мне пришлось сперва добиваться разрешения посещать библиотеку Академии наук, а позднее перебраться в Москву, чтобы иметь возможность удовлетворить проявленный к психоанализу познавательный интерес. На пятом курсе я умудрился устроиться на 7-месячную стажировку в МГУ и почти все время посвятил изучению психоаналитической литературы, а также отечественных и зарубежных работ, посвященных проблеме отчуждения. Интерес к последней проблематике был обусловлен знакомствами со статьями Игоря Кона, а именно «Личность и общество. Возвращаясь к проблеме отчуждения», которая была опубликована в иностранной литературе в 1966 году, «Понятие отчуждения в современной социологии», которая опубликовалась в одном из сборников, это 1967 год, в котором были высказаны мысли, вернее, нетривиальные идеи, раскрывающие природу феномена отчуждения. Полагаю, что именно благодаря знакомству с материалами, принадлежащим перу Игорю Кону, я и выбрал тему своей дипломной работы, которая звучала следующим образом. «Проблема отчуждения в современной американской социологии». В 1969 году состоялась защита данной дипломной работы, в списке которой были ряд работ Адлера, Фрейда и Фрома. Хотя отчуждение и одиночество тесно переплетаются между собой, однако в то время, когда я имел возможность ознакомиться с соответствующими статьями Игоря Кона, я не соотнес эти две явления между собой. Сегодня, осмыслив специфику неодинокого одиночества Кона, мне представляется, что еще в 60-х годах 20-го столетия этот высокообразованный и широко эрудированный ученый понимал существующую разницу между двумя этими феноменами или, во всяком случае, вплотную подошел к пониманию. Понимание не только как вдумчивый исследователь, но и, скорее всего, как человек, которому ничто человеческое не было чуждо. Во всяком случае, 20 лет спустя он обратился к осмыслению многоплановости и многосмысленности одиночества, что нашло свое отражение в одной из его публикаций, которая называлась «Многоликое одиночество». Это было опубликовано в 1986 году в «Обществе знания». Надо сказать, что Игорь Кон внес свою лепту в мою профессиональную деятельность. К тому времени в политиздате лежала рукопись по психоанализу, и издание данной работы зависело от рецензии на нее. Данная рукопись была послана на рецензию Кону. Рецензия оказалась весьма лаконичной, всего 1,5 страницы. И положительное. Это было достаточно, чтобы книга «Психоанализ и американский нефридизм» вышла в свет в 1977 году. Что меня удивило в этой рецензии, так это отсутствие каких-либо клише, обрамленных в научную терминологию. Простым, ясным языком Игорь Кон выразил свое мнение, отметив плюсы и минусы, которые он счел необходимым донести до сведения автора работы и руководства издательства. Это был для меня весьма полезный и поучительный урок, связанный с возможностью выражать свои мысли лаконично и по существу, не прибегая ни к каким заумным рассуждениям. С тех пор в своих публикациях я пытался как можно проще писать о самых различных проблемах и процессах, относящихся к различным сферам научного знания, включая психоанализ. Я был удивлен и тому, что несколько лет спустя обнаружил в работах Кона «В поисках личности, личности ее самосознания» 1984 год, ссылку на мою статью, которая опиралась на толковый словарь Даля, вносил пояснение относительно того, что термин «самость» имеет русские корни и означает «одноличность, одноплавленность». Удивлен, поскольку не представлял себе, что мастистый ученый может не только обратить внимание на статью молодого автора, но и отметить справедливость его суждений о не совсем точном переводе английского «self» как «я». В 1985 году Игорь Кон переехал из Ленинграда в Москву. Он стал проживать в квартире, расположенной в том же доме, в том же подъезде, в котором я обитал со своей семьей на протяжении 10 лет. Нас разделяло всего 4 этажа, и поэтому нет неудивительного в том, что вскоре состоялось наше личное знакомство. Игорь Кон познакомился с моими детьми, с моей женой, не только как с известным ученым, но и с его мамой, который с гордостью рассказывал нам о своем сыне, охотно делилась воспоминания о его жизненном пути.
Из того, как рассказывала мама Игоря Кона о себе, о своем сыне и взаимоотношениях между ними, нетрудно было понять, какая тесная связь существовала матерью и сыну. Позднее, в книге «80 лет одиночества» Кон особенно подчеркнул, что мама посвятила ему всю жизнь, всемерно помогала его развитию. В этом отношении он не был одинок. Напротив, большая часть его жизни прошла в тесном единстве с матерью, которая, оставаясь без мужа в момент рождения сына и до своей кончины, происшедшей в 1989 году, постоянно заботилась не только о его здоровье, но и о его интеллектуальном развитии. Разумеется, проживая с сыном в Ленинграде, его маме приходилось много работать, чтобы обеспечить создание необходимой материальной базы и интеллектуальной атмосферы, которая, несомненно, способствовала развитию маленького ребенка, подростка, а затем и студента. Все трудные годы, послевоенные годы, когда проходило детство и формирование личности, его мама не могла приводить все время с сыном, но он не был обречен на одиночество. По воспоминаниям Игоря Кона, чтобы во время длительной болезни, особенно в возрасте 6 лет, ему не было одиноко, его мама приобрела ему белого крысенка, который, будучи замечательным, как бы по словам Фауна, умным и чистоплотным зверем, стал для него своим другом. Да и судя по воспоминаниям как его самого, так и его матери, реальное присутствие диска близкого и дорогого человека в его детстве не приводило к формированию психологии маленького сынка, не способно к воспоминанию, мышлению и действию. Мне думается, что уже в раннем детстве Игорь Кона приобрел опыт не одинокого одиночества, который стал отправной точкой для последующего возможного отчуждения от мира людей, а для обретения способности к одиночеству, как необходимой составляющей его интеллектуального развития, позволившей ему стать ученым с мировым именем. Речь идет об опыте пребывания ребенка, а впоследствии взрослого человека в одиночестве при одновременном присутствии кого-то другого. Как справедливо заметил несколько десятилетий тому назад английский психоаналитик Дональд Винникотт, подобную способность невозможно приобрести без опыта пребывания маленького ребенка в одиночестве, в присутствии своей матери. Для обретения способности к неодинокому одиночеству важно, чтобы кто-то был рядом. В этом случае ребенок может приобрести опыт, воспринимаемый в качестве чего-то реального, а не воображаемого и иллюзорного. Именно этот опыт содействует не только формированию способности ребенка к одиночеству, но и сохранению его в зрелые годы, так что может стать стимулом для дальнейшего интеллектуального развития и продуктивного творчества. Представляется, что мама Игоря Кона была той главной фигурой в его жизни, присутствие которой, с одной стороны, не содействовало обустройству его личной жизни в плане обретения семьи и детей, а с другой стороны, оказалось благодатной почвой для обретения способности к пребыванию в неодиноком одиночестве. Некоторое предопределило его несомненные успехи в области философии, социологии, педагогики и сексологии. Многочисленные получившие общественное признание книги Игоря Кона стали своего рода его детьми, обеспечившие увековечивание имени в истории отечественной и мировой научной мысли. Он усматривал смысл своей жизни в том, чтобы в доступной форме поделиться с читателями его книг той информацией, которую он черпал разным образом из зарубежных источников, поскольку отечественная научная литература не могла похвастаться основательными знаниями, касающими долгого времени запретных форм, запретных тем, связанных с различными формами проявления человеческой сексуальности. Кон испытывал не страх перед одиночеством, а радость от того неодинокого одиночества, которое не только позволяло длительное время пребывать в статусе своего среди чужих зарубежных коллег и чужого среди своих отечественных ученых, но и сдержанно интеллектуально реагировать на критику и экстремистские выходки со стороны наиболее оголтелых недоброжелателей. В своем непонимании смысла его публикации, полагавшийся, что автор книг таких книг, как «Вкус запретного плода», «Сексология для всех», 1997 год, «Клубничка на березке», «Сексуальная революция в России», 1997 год, или «Лунный свет на заре», «Лики и маски однополой любви», 2003 год, подрывает устои культуры и подрывает наслаждение к разврату недозволенности. Находясь наедине с самим собой и в контексте матери,
собранных с годами домашней библиотеки научных трудов, художественной литературы и альбомов с репродукциями всемирно известных шедевров, Кон рассматривал свое одиночество, скорее всего, как самое ценное в его жизни. Даже работа в одиночестве дома на компьютере, с которым он не очень дружил, доставляла ему определенную радость, поскольку электронные версии его текстов со временем превращались в опубликованные книги, а затем дополнены или официально в интернет-версии этих книг. Электронная почта представляла возможность общаться с зарубежными и отечественными учеными, а его персональный сайт в интернете был одним из наиболее часто посещаемых многочисленными пользователями, стремящимися приобщиться к интимному знанию в области сексологии. Не могу не коснуться еще одного аспекта мироощущения Кона. Связано с тем, что когда после благоустроенной жизни за границей, где он какое-то время занимался научными исследованиями, благодаря предоставленному гранту, он вернулся в Россию и попал в такую ситуацию, когда его работы оказались невостребованы, а материальное положение ученых, увы, весьма печально. Вспоминая Россию 1990 года, в своей книге «80 лет одиночества» Кон писал о том, что в то время ни его знания, ни его работа, ни он сам оказались никому не нужны. Иллюстрируя бедственное положение ученых, переработанное, дополненное вложением в интернете электронной версии опубликованной книги, он привел один эпизод, который вызвал у него, по его собственному выражению, глубокий шок. «Он увидел меня в подземном переходе Ленинского проспекта, где я, будучи уже доктором наук, занимался отнюдь не научной деятельностью. И хотя Игорь Кон понимал, что я был вынужден заниматься не своей работой, поскольку нужно было материально обеспечивать троих детей, тем не менее, это произвело на него неизгладимое впечатление, будучи ярким свидетельством того, до чего довели ученых и науку в целом в эпоху развала страны. Наткнувшись на писание этого эпизода, я был поражен тем, что Игорь Кон испытывал шок от увиденного. Меня поразила та деликатность, с которой он воспринимал данный сюжет в своих воспоминаниях, а также его признание в том, что ему не всегда хватало таких качеств, как мудрость и доброта, связанная с воспитанием детей. Мои дети не часто общались с Игорем Коном, но каждый раз при встрече со мной или с моей женой он неизменно спрашивал об их здоровье и успехах. Лишь в последние годы его жизни одна из моих дочерей имела возможность не только близко общаться с ним, но открыла для себя в его лице вдумчивого собеседника, интересуясь не только научными исследованиями, но и изобразительным искусством. Дело в том, что моя средняя дочь увлеклась живописью и получая второе высшее образование по специальности художник-живописец, в качестве дипломной работы рисовала портрет Игоря Кона. Он охотно позировал ей у себя дома, и в это время был наполнен интересными разговорами о жизни, искусстве, культуре. Моя дочь открыла для себя совершенно другого человека. Не только ученого, увлеченного своими изысканиями в области философии, социологии, сексологии, но и эрудированно побывавшего в картинных галереях и музеях различных стран мира. Не отрешенно от созерцания прекрасного человека, повлиявшего повышенный интерес к произведениям искусства. В домашней библиотеке Игоря Кона оказалось большое количество альбомов, отражающих творчество различных художников и школ. На одной стене его кабинета висели две репродукции экспрессионистов. Во время позирования он делился своим воспоминанием о музеях Австрии, Германии, Италии, США, где ему довелось побывать. Рассказывая об увиденных картинах, он рекомендовал собиравшейся поехать в Париж моей дочери посетить те достопримечательности и музеи, которые, на взгляд, заслуживают особого внимания. Вспоминая о своем посещении музея в Италии, Игорь Кон говорил о том, что обошел почти все достопримечательности и даже присытился искусством. При этом высказал суждение, согласно которому, если скульптор может разглядывать сколько угодно, без ограничений от живописи устаешь. Это уже потом, пояснил он, умные художники научили его не уходить из музея, посмотреть все раз за разом и выбирать несколько конкретных работ из зала. Однажды, делая первые наброски, молодой художница спросила Игоря, что, на его взгляд, обязательно должно быть изображено в его портрете, и что может быть наилучшим образом отразить его личность. Его ответ был таков. «Да ничего особенного. Я вообще считаю неправильным говорить художник, как и что нужно изображать.
Это было бы неуважение к его труду. Известный художник просто рисует, очень похоже. Но как раз он так увидел, значит, это важно. Во время позирования Игорь Кон не только увлеченно и серьезно рассказывал о своих научных исследованиях или произведениях искусства, но подчас прибегал к юмору, к месту воспроизвести неизвестные ему анекдоты. В частности, размышляя о мастерстве художников, он поделился с моей дочерью следующим анекдотом. Жил-был художник, а однажды царь приказал ему сделать портрет. Задача была для художника очень непростой, так как царь был на один глаз кривой. Если бы он нарисовал его красиво, то тот обвинил бы его в лести. А если бы уродливым лицом, то художнику было бы не сносить головы. Что же ему делать? Художник был мудр и сказал царю: «Такого прославленного монарха и полководца я могу нарисовать не иначе, как в профиль, целящего из лука». И он нарисовал великолепный портрет царя, царь сделал ее придворным художником и одарил великими глазками. «Так выпьем за социалистический реализм», – так сказал Игорь Кон. Эти личные встречи моей дочери с Игорем Коном оказались столь плодотворными для него, что он до сих пор с благодарностью вспоминал о них. По его собственному признанию, ему также было приятно общаться с молодой художницей, беседы с которой доставляли ему истинное удовольствие, о чем он непременно говорил, когда мы пересекались с ним, выходя из дома, или обсуждали те или вопросы у него на квартире. Я понимал, что публикация книги «Мужское тело в истории культуры», в которой содержались прекрасные иллюстрации художников и скульптурных различных эпох, требовали от Кона знакомства со многими произведениями искусства. Тем не менее, для меня было приятной неожиданностью то, что он, как оказывается, проявлял повышенный интерес к изобразительному искусству. Стало более понятным и то, что его неодинокое одиночество протекало в приятной компании не только древних мыслителей и современных ученых, с которой он мысленно общался во время написания своих многочисленных книг и статей, но и всемирно известных художников, к творениям которых он обращался как в процессе подборки соответствующих иллюстраций, так и в часы отдохновения от трудов правильно. К сожалению, возвратившись в Москву из Франции, моя дочь не успела подарить Кону репродукцию Фландрена, которую она привезла для него из Лувра. И дипломную работу «Портрет Игоря Кона» ей пришлось завершать уже после его ухода из жизни. Некоторые детали портрета она дорисовала по фотографиям, сделанным ранее, а также была вынуждена прибегнуть к иным источникам. В частности, она попросила меня немного попозировать, чтобы можно было верно изобразить естественное положение кисти руки ученого, державшего перед собой книгу. Полагаю, что если в будущем мне доведется встретиться с Игорем Коном в потустороннем мире, то я сообщу ему о том, что защита диплома «Портрет Игоря Кона. Портрет ученого в интерьере, выполненный в смешанной технике», прошла успешно. И во время данной защиты присутствующие художники-преподаватели и студенты, пожалуй, впервые почерпнули из выступления моей дочери информацию о жизни и деятельности этого неординарного человека. Надеюсь, он не обидится, узнав о деталях завершения работы над его портретом, и с удовольствием пожмем друг другу руки. Неодинокое одиночество Кона было обусловлено также тем, что он не хотел обременять лишний раз людей, с которыми приходилось порой общаться, или по долгу профессиональной службы, или в силу различных житейских обстоятельств. Казалось бы, проживая в одном подъезде, он мог обратиться ко мне, к моей жене или к моей дочери с той или иной просьбой, в частности, помочь по хозяйству или что-то исправить. Но Кон ни разу не обращался к нам с подобной просьбой, за исключением того, что однажды, боясь опоздать на утренний рейс самолета, он попросил у моей дочери будильник, считая для себя неудобным беспокоить отца и мать троих детей или молодую девушку, усиленно трудившуюся над дипломом. Точно так же он предпочитал избегать публично чествования своих юбилеев. Каждый раз уезжал куда-нибудь подальше от столицы, чтобы не обременять сотрудников одного из институтов РАН, где он работал в последние годы, а также друзей и знакомых, которые хотели вознести почести признанному ученому и приятного в обхождении интеллигентному человеку. Игорь Кон не любил юбилеи, которые напоминали ему похороны. Не без юмора он писал по этому поводу следующее. Цитирую. «Единственная разница, что покойник спокойно лежит и слушает, как его хвалят, а юбиляр, если он самой его друзья не посуетятся, то и дело будет ощущать, что его не дохвалили. Конечно, когда хвалят, приятнее, чем когда ругают.
Тем более, что хотя на чужих юбилеях люди фальшивят, на твоем говорят они чистую правду. Но я человек скептического ума, стараюсь не доставлять окружающим лишних хлопот. Зная о неминуемой кончине по причине внезапно обнаруженного заболевания, в последние дни своей жизни Кон также старался сделать все от него зависящее, чтобы после ухода в мир иной ничем не обременять жизнь людей. Последним штрихом его неодинокого одиночества стало оставленное им завещание, согласно которому он просил на похоронах не произносить пышных речей, тело предать кремированию и пепел развеять по ветру и не устраивать поминок. Хочу отметить и то обстоятельство, что Игорь Кон философски относился к самому факту смерти человека. За день до своей кончины в телефонном разговоре со мной он пояснил, что не боится смерти, и что много лет тому назад писал о феномене смерти как таковой. И вот во время позирования моей дочери он высказал такие суждения, согласно которым нельзя заставить жить человека, в конце концов, каждый имеет право умереть так, как ему хочется. При этом он то ли с горечью, то ли с сарказмом заметил, цитирую. «Вообще, в нашей стране нельзя не болеть, не умирать. Болеть, потому что это очень дорого и тяжело для близких, а умирать, потому что это тоже очень дорого и хлопотно для родственников». Охватывая мысленным взором свою жизнь, за 3 года до своей кончины Игорь Кон констатировал, что ему грех жаловаться на что-либо. По этому поводу в исправленном, но дополненном электронной версии своей книги «80 лет одиночества» он подчеркнул. «Я изучал то, что хотел, постоянно тренировался и оттачивал свой интеллект, усиленно преодолевал или обходил бесчисленные цензуры и бюрократические препоны, научился излагать сложные мысли в форме доходчивой до среднего идиота, если только он не является представителем власти». Словом, оставаясь самим собой, даже в самых трудных житейских ситуациях, Игорь Кон сохранил свою индивидуальность, честь и достоинство человека, посвятив всю свою жизнь научным исследованиям и доведенным в доступной форме до сознания людей тех обширных энциклопедических знаний, которым он обладал. В этом отношении его неодинокое одиночество было не только обременительным, загоняющим в тупик аутистически-нацистического ухода в себя, но, напротив, плодотворным, способствующим реализации творческого потенциала. Игорь Семенович Кон скончался 27 апреля 2011 года в 17 часов 30 минут, когда ему было 82 года. Мне остается только воспроизвести те строчки, которые возникли в голове сразу же после того, как я узнал о смерти Кона, этого эрудированного и скромного человека. Сколько в жизни икон, не пробираясь сквозь рифы, жил и творил Игорь Кон и развеивал мифы. Эрос, секс, закон. Эрос и секс, расплата. Это знал Игорь Кон, презревший чины и злата. Слухи, словно дракон, вполне отравить могли душу. Но всю свою жизнь Игорь Кон основы тряс, будто грушу. В проемах чистых окон, светлых лик отражения, Дон Кихот, Игорь Кон, всегда был на пике сражения. Честь поставив на кон, захваченный коловертью, в памяти жив Игорь Кон, поправший власть даже смертью. Память страшен спокоен. Вечный огонь дерзания, в книгах жив Игорь Кон, как светоч нетленного знания. Благодарю вас за внимание.